Тянитесь к солнцу, и хорошее настроение не покинет больше вас. Лучшее средство от осенней хандры, как утверждают психологи, чаще бывать на природе. Если же небесное светило затмили тучи, обратитесь к друзьям, советуют специалисты. Вместе победить депрессию намного легче. Ноябрь, по словам психологов, самый депрессивный месяц в году. Всему виной отсутствие солнечного света. Люди чувствуют себя подавленными, радоваться жизни причин все меньше. Люди жалуются на бессонницу, на головные боли, на снижение настроения, на подавленность. Вчера рано встал, спать вроде как хотелось, а весь день такой чумной ходил. Недостаток солнечного света. День становится короче, ночь становится длиннее. Но в этом году обращений в областной кризисный центр было куда меньше обычного, утверждают запорожские психологи. Теплая осень заставила хандру отступить. Ну осень вот такая вот, как сейчас, это чудесное настроение. Ну какая хандра? Бывает, в общем-то, но стараемся как-то с этим бороться. Осень наша любимая пора, раз, и некогда, работы много. Но есть и те, кому даже такой солнечный ноябрь, как в этот раз, не в радость. Ведь конец года для многих время подводить итоги, и порой они бывают неутешительные. Жалуются на нестабильность вот такой. Я ничего не могу добиться. Вот очередной год прошел, у меня ничего не получается. Была хандра осенью в начале, особенно когда в казино проиграл квартиру. А потом как-то наладилось все. К бабушке переехал. В этом случае вся надежда на друзей и близких. От плохого настроения и тоски лучше избавляться вместе с ними, советуют психологи. Если есть хандра, найдите того человека, который вам готов помочь. Просто-напросто. Хочется поплакать с друзьями, поплачьте. Хочется повеселиться, повеселитесь. Но не отказывайте себе в общении с другими людьми. Если человек сам не может, ну, должны кто-то близкие помочь. Ну, видно, что человек в таком состоянии. Объяснили, что это нормально, что такое бывает. Что это не конец жизни, что через какое-то время опять будет солнышко, и все будет хорошо. Жизнь надо радоваться. Погода прекрасная, люди хорошие кругом. Так где ж хорошие? По кругом. Вот вы хороший, она хорошая. Если и друзья помочь не в состоянии, тогда уже не обойтись без нашей помощи, уверены психологи. Главное, по их словам, не замыкаться, не оставаться один на один со своими проблемами. Мы перепробовали уже все, что можно, все, что рекомендуют, и ничего не помогает. Лучше обратиться к специалистам. Не оставайтесь один на один с таким своим состоянием. Если только смотреть на плохое, так... Вообще жить не надо. Надо быть, радоваться жизни. Хорошим средством от хандры психологи называют апельсины. По их словам, эти цитрусовые внешне очень похожи на солнце, и их употребление способно улучшать настроение.